В Актюбинской области на шахте погиб рабочий. ЧП произошло на обогатительной фабрике Актюбинской медной компании. Все произошло в Хромтауском районе. По официальным данным, во время работ на дробильщика шахты обвалилась руда. 32-летний мужчина погиб на месте. Сейчас там работает комиссия. В ее состав вошли специалисты управления по инспекции труда и представители самой Актюбинской медной компании. Работодатель заверил, что семье погибшего будет оказана материальная помощь. Результат специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, со смертельным исходом, оформляется актом специального расследования, где будет определена степень вины работодателя и работника.